Чебоксарах появился единый платежный документ. С 1 сентября потребители услуг ЖКХ могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги и капремонт по одной платежке. Первой из управляющих компаний, кто вызвался внедрить проект и опробовать его на деле, оказалась компания «Камал», которая обслуживает многоквартирные дома в юго-западном районе города Чебоксары. На сегодняшний день в проекте участвуют 4 управляющие компании, а до конца года их количество увеличится до 7. Жилец имеет возможность заплатить за услуги, которые у него в едином платежном документе, не только на территории своей управляющей компании, но и на территории любой управляющей компании, заключившей с нами договор. Также по принципу единого окна он имеет возможность получить все консультации относительно жилищных вопросов в том месте, куда и пришел оплатить. В первый месяц после введения новых квитанций собираемость взносов за капитальный ремонт увеличилась до 80%, хотя в среднем по городу эта доля равна 50%. Оплатить такую квитанцию можно в любом удобном месте – на почте, в банке или через терминал, причем без комиссии. Екатерина Степанова, Сергей Рябчиков, Республика.